президенту Российской Федерации Путину, губернатору Тульской области Дюмину. Мы возмущены резко завышенной стоимостью услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, необоснованно завышенными нормативами накопления ТКО, отсутствием мусоперерабатывающей инфраструктуры, обещанной инвесторами, и требуем немедленно остановить проведение мусорной реформы на территории Кимовского и других районов Тульской области. Правительство Тульской области еще на этапе обсуждения новых правил обращения с ТКО проигнорировало необходимость проведения широкой общественной дискуссии, чем подготовило в Тульской области социальный взрыв. Сопоставляя позицию руководства других регионов России, отложивших мусорную реформу, с действиями правительства Тульской области становится очевидным нежелание чиновников слышать волю народа и опираясь на мнение большинства потребителей коммунальных услуг, в связи с чем мы вынуждены обратиться к президенту России и губернатору Тульской области с настоятельными требованиями. Первое. Пересмотреть тарифы на вывоз и утилизацию ТКО в сторону двукратного уменьшения. Кто за то? Да. Каждый. Вернуть к ценам 2018 года, запретить повышать тариф на выше размер официальной инфляции. На время пересмотра тарифов и нормативов удалить из квитанции ЖКХ услугу за вывоз мусора. Передать полномочия по определению норматива накопления ТКО органам местного самоуправления. Перевести жителей сельской местности на договор за вывоз ТКО по мере накопления. Предоставить льготы по тарифам детям войны. У нас такие есть. Представить подробный отчет, на каком основании в Тульской области были установлены одни из самых высоких тарифов ЦФО. В Орловской, Калужской областях и других регионах страны тарифы в 1,5 раза ниже, чем в Тульской области. Чтобы нам отчитались, почему они такие тарифы. Представить подробный отчет, на каком основании в Тульской области были выбраны действующие региональные операторы, которые работают как обычные посредники, поскольку взяли на подряды организации, вывозившие ТКО до мусорной реформы, наши вот московские это, вместо частных компаний создать государственный единый региональный оператор. Государственный, а не частный. Уже почти год мусор из Москвы с ведома правительства Тульской области вывозят на мусорный полигон под Узловой. Чиновники обсуждают возможность увеличения мусорного потока из столицы, поэтому требуем немедленно прекратить вывоз мусора из Москвы в Тульскую область. Своего хватает, чтобы еще их напрягать. Требуем отправить в отставку дискредитирующего себя перед жителями региона и не справившегося с работой правительство Тульской области под руководством единоросса Шерина и сформировать правительство народного доверия. Просим губернатора Тульской области назначить вместо единоросса Шерина председателем правительства Тульской области депутата-коммуниста Алексея Лебедева, который в Тульском областной доме мы видели, отставил все наши вопросы, которым мы доверяем, чтобы он сформировал новое правительство региона, правительство народного доверия, которое защитит жителей Кимовского района и всей Тульской области от антинародной мусорной реформы. Все. Я предлагаю резолюцию нашу поддержать. Кто за, прошу голосовать. Я прошу зафиксировать на видео. Единогласно. Спасибо, уважаемые кимовчане. Спасибо, товарищи, спасибо за доверие, за народное правительство. Я уважаю губернатора региона Алексея Дюмина. Я готов вместе с ним в одной команде под его началом, под его командованием работать. И если я буду работать, я разберусь с этой мусорной реформой на территории Тульской области и со всеми проделками правительства в отношении наших с вами жителей, наших трудящихся. Спасибо, товарищи.